zabinfo.ru. Первый информационный сайт Забайкальского края. Омская группа 2517 выступила в Чите с презентацией нового альбома «Русский подорожник». Музыкантов пришли послушать и недавние поклонники, и те, кто знаком с их творчеством уже много лет. Очень ждала концерта, как бы. Наверное, любимая песня – это «Жду чудо». Группа 2517 выступает уже 12 лет. За это время музыканты выпустили около 10 студийных альбомов. Кроме презентации «Русского подорожника», в Чите они исполнили и старые хиты, чем обрадовали поклонников. Но главное, не пьет ее, когда ребенок сабля читает свои стихи. Бродский мандельштам, будет в кабинете паспорт, и готов поставить штамп. Малый на улице, сам по себе, как подорожник. Как узнал то, что приезжают они в Читу, сразу купил билет и очень сильно ждал. Я все их, почти все песни их наизусть знаю. Кроме музыки, омская группа 2517 занимается благотворительностью. Поэтому на концерте все неравнодушные зрители могли пожертвовать деньги в фонд помощи «Живи, малыш». Анастасия Дромова, Илья Татауров, специально для Забанфору.